Дорофеев. В Ивангороде загорелась больница. Очаг возгорания находится на третьем этаже в процедурном кабинете. Пожарные, не мешкая, выехали на место происшествия. Конечно, тревога была учебная, но все, что делали пожарные 124-й части, было всерьез. По легенде учений, в месте возгорания возникло сильное задымление. Кроме этого, в помещении остался человек. Пожарные, включив аппараты для дыхания, приступили к ликвидации огня. Третий этаж, духача, в том конце. На помощь огнеборцам Ивангорода приехали пожарные Кингисеппа и Усть-Луги. Одна из задач учений – наладить взаимодействие между подразделениями и слаженно отработать на ликвидации пожара. Условный пожар потушен, человек, который находился в здании, спасен, все вводные команды выполнены. На общем построении руководитель учений сделал ряд замечаний личному составу, а в целом действия пожарных получили оценку удовлетворительно. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал «Ореол».